неожиданно выдвигает 7 пунктов, которые полностью противоречат Минским соглашениям. Например, там роспуск ДНР и ЛНР, как условие проведения там выборов. Далее можно не продолжать, все в том же духе. Поскольку сам Зеленский никакой целостной концепции от себя не формулирует и никого из своих не опровергает, то складывается впечатление, что он в растерянности и просто не знает, что делать, а ситуация пущена на самотек. Страна потеряла управление. Горько об этом говорить, но оптимизма пока мало. Формально Зеленский вроде еще популярен, но его рейтинг уже посыпался. За месяц уровень его поддержки упал с 73% до 66%. Вроде не на так много, но с другой стороны, за месяц на целых 10% вниз. Причем цифры опубликованы в понедельник, то есть еще до предъявления ультиматума на массовом шествии нациков. Дальше тренд вниз очевиден. Знаете, чтобы понять сегодняшний день на Украине, надо откатиться назад, в 2014 год. Помним же, что сразу после госпереворота Донбасс его результаты не принял. Исполняющим обязанности президента тогда стал протестантский пастор Турчинов. Сегодня ночью создан антикризисный штаб, а против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия. Турчинов начал против Донбасса войну, отправив туда танки и боевые самолеты. Никаких русских в Донбассе тогда в Киеве никто не говорил, а говорили о сепаратистах, обещая победить в войне с Донбассом очень быстро. Когда вскоре пришел Порошенко, то обещал мир через неделю, тоже рассчитывая победить в войне с сепаратистами. Когда не смог и все затянулось, то дабы снять с себя ответственность, и Турчинов, и Порошенко свалили все на Россию, мол, страна агрессор. Россия, Украина, агрессор. С помощью грубой пропаганды вбили этот тезис украинцам в головы, и он уже стал расхожим. Вот нацики и хотят все воевать в Донбассе с кацапами против некой капитуляции. Это и стало формой современного украинского патриотизма. Патриотизма обманутых людей. А тех, кто против войны, они уж и готовы свергать как предателей и капитулянтов. Движущая сила новой украинской революции выглядит так. Сейчас покажем. Вот чьими руками она может быть сделана. Прикиньте. За какой метою будете сегодня заходиться? Поддержать протестующих, конечно. Какие ваши вимоги? Звичайно, цілком солідарен з вимогами, які є по Майдану нинішнього. Сподіваюся, цей Майдан буде продовжуватися. Мої вимоги, звичайно, більш радикальні трошки, але вважаю, що вони будуть все одно висунуті на фінальному етапі, насамперед відставка Богдана, а в подальшому відставка вже діючої влади, яка веде зрадницьку політику. Ви маєте на увазі і президента також? Я маю на увазі взагалі владу, яка сформована вже не тільки президентом і всіма іншим. Этот подросток готов к действиям, и таких уже много. В первый оранжевый Майдан ему было года 2-3. Он учился говорить и получил образование в майданутой Украине. И вполне готов двигаться дальше. Мне представляется важным его послушать еще, просто чтобы понять. Если вымоги за 10 дней не будут выполнены, какие на данный будут действия? Я не організатор, я не можу сказати. Хотілося б, звичайно, щоб почалися якісь активніші дії. Прикривання вулиць, активний протест, звичайно, і постійний. Великі українські народи, благостраждальна українська нація. Зараз наскільки це дозволяє вимоги закону, або йти далі, але вже діяти по ситуації. Проте головне, що ми нікого ж не боїмося. За що проливалася кров? За що ми були на Майдані? Хай хоч ворог наступає. У нас є тільки дві категорії кацапських солдат в Україні. Ті, які вже лежать в гробу, ті, які будуть лежати в гробині. Щасливо тебе
Дякую. Вибини у нас гарні. Ліс у нас гарний. Хай приходять сосновий, дубовий. Ступні підлоті. Ми їх не боїмося. І не боїмося і внутрішнього ворога. На газ, на халяву, ну, на нічого, все. Нічого він зробить мені. Цей раз ув'язний чи що зробить. Не кого, кого боятися? Вже нема кого боятися. Вже ми втомились боятися. Но это мальчик. Бедный, он верит взрослым дядям. Те ему вбили в башку, что Россия уже напала и вот-вот опять еще больше нападет. Так в пятницу замначальника генштаба ВСУ Алексей Таран заявил, что, мол, Россия готовит широкомасштабную военную агрессию, но Киев ее отразит. О том, что тем временем в Донбассе, Григорий Вдовин. Ну ты смотри, Кисель, ну да, молодой, действительно националист, ну да, вышел он к Раде с протестом и к офису президента Зеленского, но ведь он не зомбированный, потому что Россия действительно ввела свои войска. Как сам Путин признавал, он доукомплектовал крымскую группировку войск в феврале 2014 года спецназом ГРУ, батальонами ВДВшников и Пскова, и те вышли за пределы своих казарм, за пределы мест дислокации вместе с подразделениями Черноморского флота и захватили здание ВСУ. То, что ВСУшники не стали сопротивляться, да, безусловно, это поражение Украины. Они не стали воевать за Крым. Но назвать этот человек, который вышел к протесту, который вышел с протестом против Зеленского зомбированным, ну, кто бы говорил? Ведь в России уже нарицательным словом стало слово «киселевщина». Соловьевщина у нас, да, Киселевщина. Ну хорошо, допустим, он зомбированный. А вы помните репортаж CNN с 2014 года про кадыровцев? Что они там делали? Они же не могли без... Ну, кадыровцы — это чеченские подразделения. Они же не могли без ведома Кадырова, и уж тем более без ведома Путина, просто так с оружием, не просто с оружием, а с тяжелым, вооруженным, минометы, гранатометы и так далее, прогуляться до Донбасса. Откуда у них взялся бензин, керосин и так далее? И вот как раз человека, который показал Киселев в своей программе, он не является зомбированным. Зомбированным являются те люди, которые сейчас смотрят Киселева. Лучше бы уж вы какой-нибудь говносериал смотрели, чем эту российскую пропаганду. Но... тем не менее, в одном я согласен с Киселевым точно. То, что Украина действительно вляпалась в кучму. Украина при кучме действительно реально пыталась дружить с Россией. И к чему это привело? В один прекрасный день Россия забрала и Крым, и Донбасс. И, конечно, этому человеку, который показал Киселев, ему больно за это, больно за свои территории, которые он считает своими, но которые отняла поганая Россия с его точки зрения. Но, с другой стороны, вот эта вот фраза о том, что он там, ему было при Майдане 5 лет, ему было 7 лет, ну, типа он там вырос, майданизировался, пошел в разнос и так далее. Ну и что? А наше поколение 93-го года вообще выросло тогда, когда танками стреляли по Белому дому, тогдашнему зданию Верховного Совета, а сейчас зданию правительства. И что? Мы все стали такими же, как он? Нет. Поэтому и существуют альтернативные вести недели, которые я сейчас вам и представлю. Так. И вот мы начнем с какой новости. Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты. И вновь очередная история
как под соусом борьбы за благое дело, власти хотят сделать неудобной жизнь в России для каждого россиянина. Даю слово Минприроды. Цитата из Минприроды. Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов замкнутой экономики. Изделия из пластика входят в группу отходов, направляемых в переработку. Первой мерой для отказа от пакетов стала отмена их бесплатной раздачи в крупных магазинах. Они стали продаваться отдельно. Конец цитаты. Ну что ж, здесь имеется в виду в Министерстве природы Российской Федерации нашлись дебилы. И ведь казалось, что это Минприроды, а значит там дебилов не должно быть, там должны быть отдаленные от природы люди работать. А вот нет, дебил на дебиле и дебилом там погоняют. Вспомните того же Горинга, он как раз работал в Минприроде. Для тех, кто забыл, Горинг это тот чувак, который стримил в игре какой-то там компьютерный и на весь интернет произнес то, что он нанимал своих сотрудников по половому признаку. Не просто по половому, а по принципу нанимал женщин по принципу «если ты мне дашь, то я тебя возьму, дашь понятно что, а если нет, то не возьму». Ну а вернемся к пластиковым пакетам. А того, что Минприроды запретил отдавать пакеты в супермаркетах бесплатно, экологии абсолютно, и к российской экологии абсолютно на это фиолетово. А вот люди за жратву и напитки стали платить больше. Пусть действительно на 5 рублей больше, но все-таки. То есть от действий Минприроды людям стало жить хуже, а природе насрать. Ведь вместо деревьев был построен супермаркет, как раз где Минприроды запретили продавать бесплатно пакеты с обоснованием во благо природы. Но таких мудаков в правительстве Российской Федерации, как чиновник от Минприроды, еще поискать надо. Я еще не встречал таких дебилов. А действия Министерства природы стало хорошо супермаркетом, который теперь втридорога впаривают пакеты и плодятся, как мухи на говно, которое лежит там, где раньше был сквер, ну или болото. Минприроды и все те, кто там работают, знаете, вы откровенные дебилы. По степени дебилизма с вами могут поспорить лишь экологи, которые заявили, что надо ввести налог для производителей пакетов, чтобы они продавались по 100 рублей. Это заявил эколог Роман с говорящей фамилией Пукалов. Роман, отвечу я ему, Роман, при таких ценах сейчас скоро жрать будешь эти самые пакеты, потому что тебе и благодаря таким, как ты, натуральный хлеб будет стоить по 1000 рублей за буханку в будущем. И опять-таки, природе будет на это фиолетово. На этот самый налог. А чиновники будут, наоборот, жирнить от таких сборов с риэлторов, с ритейлеров и с риэлторов тоже, кстати. У нас в России я нашел, наконец-то, людей, которые омерзительны, чем чиновники. Это экологи. Эти мудаки сначала хотят запретить полиэтиленовые пакеты, чтобы люди переходили на бумажные пакеты, для которых необходимо рубить лес. А потом и вовсе запретить пакеты, сумки, авоськи. А как тогда люди будут носить жратву и напитки себе домой? Нет, я, конечно, понимаю, что запрет на пакеты делается в России для того, чтобы людям было неудобно нести еду. И они заказывали ее через всякие Яндекс.Еды и DVD-клабы. Но надо же делать. Ну не надо же делать это все так грубо. За счет простых россиян. В ассоциации «Чистая страна» заявили, что надо просто не запрещать пакеты,
а вводить их продажу в 5 раз дороже, чем они сейчас. И тогда никто их брать не будет. Ну да, будут еще как. Только теперь охранники в Ашанах скучать не будут, проверяя сумки, так как пакеты вы собираетесь запретить. Ассоциация — это не чистая страна, а скорее продажная страна бизнесменам. И от их инициативы запретить пластиковые пакеты природе еще раз фиолетово. На этом будут наживаться сами супермаркеты. Но это ладно. А я вернусь к словам про Минприроды, про замкнутую экономику. Она не должна быть ни в коем случае замкнутая. А иначе давление внутри замкнутой экономики будет расти. И оно рано или поздно взорвется. Самыми негативными последствиями. Это элементарные законы физики. Но Минприроды Российской Федерации, вдумайтесь, идет против законов физики. Это как 2 плюс 2, сказали бы 5 в Министерстве образования. Запретить пластиковые пакеты, додумались. А скоро и срать под кустиком запретят, дебилы правительственные. Пакет в пакет, только лишь. Срать пакет в пакет. А теперь эколог со знаком плюс. Эколог прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае. Напомню, что 19 октября в 6:00 в районе поселка Щетинкино на реке Сейбе прорвало дамбу технологического водоема, в результате чего погибло, по неуточненным данным, 15 человек. Судьба остальных жителей поселка остается неизвестной, но, вероятно, их снесло течением. Могло быть еще хуже, могли погибнуть сразу 80 человек в поселке из-за того, что затопило сразу 2 общежития. Губернатор Красноярского края Александр Ус вылетел на место происшествия. И там журналистам сказал, что то ли дамба, то ли сам поселок возникли самовольно. Честно, не знаю, но то, что там не была установлена нормальная легальная дамба, уже странно. На поселок обрушилась не просто вода или река, а целый селевой поток грязи, который достигал в длину 5 метров. А глава МЧС принял решение увеличить группировку спасателей и расширить поиск пострадавших без вести. А поврежденная дамба принадлежит холдингу «Сибирское золото», сокращенно «Сибзолото». И, как я уже сказал, она, дамба, не была законна. То есть дамба не числилось в Ростехнадзоре, как гидросооружение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшим смерть двух или более лиц по неосторожности». Власти на территории Кургинского района, которому принадлежит поселок Щетинкино, ввели режим чрезвычайной ситуации. Вернемся к тому, из-за чего трагедия случилась. По версии эколога Александра Колотова, дамба была создана для прудоотстойника, который облегчал добычу рассыпного золота. Предприятие «Сибзолото» прорыло ответвленный от реки Сейбы, в котором незаконным путем добывали частицы золота. Понятно, что фраза звучит задним числом, но оказывается, Александр Колотов некто вместе со своими экологами в 2018 году обнаружил загрязнение протока Енисея, это как раз река Сейба, аж на 240 километров. Росприроднадзор отказался выезжать на место ЧП и штрафовать СИБ золото. Ну что ж,
сейчас творится с Росприроднадзором, мы с вами прекрасно знаем. Никакого надзора за природой там уже не осталось. Остались жадные для взяток чиновники, которые наживаются на вырубке лесов и незаконной добыче полезных ископаемых, или не совсем законных, по серым схемам. Вообще, мне в этой истории много чего не ясно, как и большинству. Дамбу, например, строили не за один день. Почему коммерческая фирма ее делала, а не какой-нибудь Русгидро, если дамба действительно так была важна и необходима жителям поселка? Но только... Губернатор УС не намотал себе на УС задачу по строительству нормальной, легальной дамбы со всеми разрешениями и без разрушений. Ну и, конечно, отдельным особняком этой истории стоит то, что в России 21 век жители села уходят добывать золото, как в 18 веке, то есть ручным способом. То есть, думайтесь, в России сейчас золотая лихорадка. Кто-то скажет: ой, как хорошо. Нет, потому что это актуально для 18 века, а не для 21 века. Виновато, конечно, предприятие Сибзолото, понятно. Но власти почему-то сами не удосужились построить нормальную дамбу и таким образом защитить поселок и его местных жителей. То, что сейчас в Сибири распространена золотая лихорадка, которая была характерна для штатов в 18-м, вдумайтесь, веке, это не просто регресс нашего общества и власти, а движение вниз по ветви эволюции. Да, понятно, что жителям поселка нужна любая работа, в том числе и незаконная. В том числе и одна из древнейших по добыче золота, чтобы просто выжить. Но в этом все и дело, что выживают не все. Но вы знаете мой голливудский размах. И вот версия лично от меня, которая не претендует на истину в последней инстанции, но могла бы быть. Дамбу специально взорвали, чтобы под шумок выкрасть все золото у старателей в поселке. Но пока это всего лишь мои догадки. А Следственный комитет типа разбирается почему. Типа потому что Сибзолото заплатит кому надо, и разбираться уже никто не будет. Но я надеюсь, такого не будет. Как много слова «не будет». «Не буде, не буде». Скандал с МГУ на этой неделе. Студентов МГУ задержали на встрече с ректором из-за вопроса об Азате Мифтахове. Четырех студентов МГУ задержали на дне открытых дверей после того, как они решили спросить у ректора МГУ Виктора Садовничева, потомственного путиноида и путиниста в юбке, который за взятку в 7 миллионов рублей пропихнул дочку Путина Катерину Тихонову на пост кандидата физико-математических наук в Российской академии наук. Взятка была оформлена как вознаграждение правительства Российской Федерации за, цитата, успешную деятельность ректора МГУ на своем посту. Правда, в самом МГУ с наукой возникают сложности. Все меньше и меньше там становится бюджетных мест, а настоящие ученые уходят из конторы Садовничева из-за низкой зарплаты
которая платится самим ректором, дабы поддерживать свою дачу в 75 соток в элитном поселке на Рублевке в кооперативе «Марина». То есть платится низкая, а не высокая. И другую дачу в поселке Зеленково. Теперь нам... Или Зеленково. Теперь нам ясно, куда на самом деле уходят деньги на науку. Они уходят на дачу ректора МГУ Садовничева. И вот к этому продажному во всех смыслах ректору пришли навстречу некто Александр Руденко, Эмиль Юнусов, Елизавета Дропилева и Михаил Мащенко, которые у ректора МГУ поинтересовались про судьбу студента его колледжа Мифтахова, который 1 февраля этого года был задержан по подозрению в причастности и изготовлению жидкого взрывного вещества, так называемой кисы. Как нам говорят правоохранительные органы, Мифтахов испытывал взрывное устройство в парке МГУ. Во время задержания в его квартире нашли оружие, какое не говорится, и литературу про взрывчатку и анархию. Парадокс, но вопреки басманному правосудию, адвокату Азат Мустахова удалось доказать, что наркотики были подброшены самими правоохранительными органами в квартиру Мифтахова. А сам Мифтахов давал показания о своей причастности к взрывному делу под пытками и давлением самих правоохранительных органов. Но когда его отпустили, в этот же самый день его вновь задержали. На сей раз по статье «Хулиганство». Ему шьют то, что Азат напал на офис «Единой России» в январе прошлого года в районе Ховрино, где якобы студент МГУ разбил и бросил в помещение фаер. Сначала по второму делу его хотели судить за вандализм, где нет уголовной ответственности. Но после звонка ректора Садовничева дело перешили, в общем, в хулиганство, которое предусматривает все-таки уголовную ответственность. Азата Мифтахова, по сути, судят за его политические взгляды, за поддержку Навального, за распространение навальнизма в стенах Московского государственного университета. И я не говорю о том, что он виноват или не виноват. Речь здесь совершенно в этой статье про другое. Вместо того, чтобы защищать своих студентов от произвола властей, какими бы мразями они ни были, ректор Садовничий ведет себя как шлюха путинского режима и наоборот требует для своих же студентов, которые учатся в его университете, самого жесткого наказания, если они не поддерживают политику Путина и Единой России, и если они записались в различные оппозиционные движения и движухи. В этом смысле ректор Садовничий – главный гад российского образования, в то время как профессора другого университета, Высшей школы экономики, пытаются всеми силами отжать у силовиков своих студентов, которым светит срок за участие в митингах, в МГУ ректор Садовничий рад, наоборот, помочь силовикам засадить какого-нибудь студента МГУ за что-нибудь в кутузку.
и ему это припомнили. Именно что 13 или 15? 13 октября этим вопросом о судьбе Мефтохова. И вместо того, чтобы отвечать на этот вопрос студентов МГУ, о другом студенте МГУ, который сидит сейчас за свои политические взгляды, ректор Садовничий их не просто вывел из МГУ, а при помощи охраны проводил в ОВД в каталажку на дне открытых дверей. То есть вы представляете себе уровень деградации российского образования. То есть на дне открытых дверей засадили студентов в тюрьму. Ну там не в тюрьму, в ВВС, но тем не менее. Молодец, Садовничий, одним словом, ничего не скажешь. Это все равно, что раньше бы за двойку, что если бы раньше за неуд не выгнали бы из МГУ, а отправили двоечников на какую-нибудь научную конференцию. Многие те, кто в 2020 году хотел поступать в Московский государственный университет, сейчас хорошо подумают, а надо ли поступать в этот самый вуз. И чем чревато такое поступление может закончиться, как в случае с Азатом Мефтоховым. А не поступить ли им сейчас школьникам? Например, не в МГУ, а в высшую школу экономики, где профессора, ректорат бьется за студентов, какими бы мразями они не были. У них высшая школа экономики действует этот принцип. Один за всех и все за одного. А в МГУ профессура, не вся, высшая управленцы МГУ, давно уже ректорат. Давно уже продались власти за две дачи в Подмосковье. Так что не надо поступать в МГУ, вас могут посадить. Надо поступать в высшую школу экономики. Тем более, с экономикой сейчас не все в порядке, и нужны реальные крутые специалисты. И вот как раз доказательство моих слов о том, что с экономикой не все в порядке. Ну, Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке. Кламбури. Премьер-министр нашей страны. Сейчас я посмотрю, идет ли запись. Так, 33 минуты уже наговорил. Премьер-министр нашей страны заявил о том, что у нас все в порядке с экономикой. Вот оно что. Увеличивается объем промышленного производства. Ух ты! Макроэкономические показатели растут. Инфляция, наоборот, падает. Падает и падает. Нет, падает. Мы участвуем во всех рейтингах и системах. Хорошо. Всем в России хорошо, сказал Медведев в ходе 33-го. Ну, короче, почти 34-го заседания Совета по иностранным инвестициям. Там он выступил в роли этакого Кашпировского с телемедициной и банками, заряженной водой. Только не для простых граждан, а для инвесторов. Немного перефразируя его знаменитую фразу, сказанную Медведевым в Крыму, я скажу так. Медведев на этом форуме выступил так. Денег для простых россиян в правительстве нет, а для всяких инвесторов деньги есть. И им действительно хорошо внутри России.
И как только Медведев сказал это на симпозиуме, появилась другая новость от газеты «Известия». Противовес слов Медведева о том, что все в порядке с экономикой, сразу 20%, то есть почти четверть российских компаний заявили о сокращении своего персонала в этом году, прям под Новый год. Вот сюрприз под елочку готовит правительство для россиян. Увольнение с должности без всяких пособий. По словам профессора кафедры управления персоналом при правительстве Александре Сафонове, хорошая, по словам Медведева, экономика России, это довольно напряженная, в реальности это довольно напряженная экономика. Ибо рост российской экономики в следующем году составит, внимание, 2%. Меня в школе, я экономические курсы не заканчивал, но меня в школе учили, что 1, 2 и 3% это предел статистической прогрешности. То есть экономика вообще не растет, а от слова вообще. А Медведев, как Шпировский, проводя ручкой на глазах инвесторов, говорит: «Хорошо, выпейте воду, поставьте банки». Мошенники. Да. Так вот, рост на самом деле российской экономики носит чисто статистический характер. Подкручивание в Росстате данных не ведет ни к чему хорошему. Рост российской экономики обусловлен только демографической ямой 90-х годов. Ну, то есть, вакансий в стране больше. Не потому, что в стране больше различных частных компаний и рабочих мест, заводов, фабрик и так далее. А потому, что людей в стране стало меньше. И вот тут это, в кавычках, достижение действительно Медведева, который может занести себе в актив. Профессор Сафонов продолжает опровергать слова Медведева о хорошем росте российской экономики. По словам профессора, драйвером роста спроса на рабочую силу в стране не осталось, а пенсионный возраст повысили. Более того, чисто безработных в России в следующем году может увеличиться сразу вдвое. Что касается товарооборота, то да, он вырос. Но за счет чего он вырос? За счет того, что Китаю некуда девать свою продукцию. От действительно хорошей китайской экономики. И Китай пропихивает свою продукцию нам. И за счет этого растет товарооборот, а не за счет российских изделий. А по поводу промышленного производства, тут все просто. Фирмы строят у нас заводы. Действительно, там выпускают иномарки, трубы и другую продукцию. И вроде бы это хорошо, но своего родного производства не осталось. Только сборка. То есть, да, это обеспечивает рабочими местами людей, но это все-таки, как это сказать-то, не наша интеллектуальная собственность. Ну, вот, например, Mercedes открыли недавно завод Mercedes в России. Хорошо, есть рабочие места, действительно, но там собирают Mercedes, там не собирают Жигули. А в России осталась только сборка иностранных деталей. Да, Жигули говёный автомобиль, согласен с этим. Но он наш говёный, а не какой-то с бугра. Хоть и купленный по лицензии Fiat. Проснись, Дмитрий Анатольевич. Всё настолько плохо в российской экономике, что на улицах городов бегает белорусская техника. Все МАЗы.
и китайская JCB. А где российская техника? Где, пардон, российские трактора, которые должны чистить улицу? Нет. Бегает китайская JCB или белорусский какой-нибудь, ну не трактор Беларусь, а какой-нибудь МАЗ. А российской техники нет. Приехали. Короче, Медведев впаривает на симпосиуме туфто инвесторам про российскую экономику. Вот и все. Ну давай, грузись. Так, Росстат. У половины россиян хватает денег лишь на еду и продукты. Медведев, с экономикой в России все хорошо. Читаем. Росстат. У половины россиян хватает денег лишь на еду и продукты. Нормально. В общем, лгун. Премьер-министр. Лжец. Вновь напомню слова Медведева о том, что в российской экономике все хорошо. Так хорошо, что половине россиян хватает денег только на еду и одежду. Количество семей, которые не могут себе позволить крупные покупки, даже в кредит, выросло в несколько раз и составило 0,5%, то есть 50%. Ну, я чуть-чуть округлил, там 49, неважно. А те, которые могут себе позволить через кредиты купить бытовую технику, их насчитывается 32%. Самая тяжелая ситуация с экономической точки зрения в Пензе, на Алтае, в Кабардино-Балкарии. Эти данные подтверждают доклад Высшей школы как раз-таки экономики об уменьшении среднего класса в России не вверх, а наоборот вниз. В низшую категорию не просто бедных, а сверхбедных. Тех, кому не скоро жрать нечего. И уже сейчас они не могут себе позволить ничего, кроме еды. Хотя до 2014 года они могли считать себя средним классом в России. В газете News.ru одним из факторов бедности россиян называют высокие тарифы на ЖКХ. Да, я с этим согласен. Тарифы на ЖКХ одни из самых высоких в России. Они составляют четверть зарплаты среднего класса. И сейчас уже и более. Поэтому я всех призываю оплачивать только половину суммы за ЖКХ. Это, с одной стороны, поддержит тесных коммунальщиков, которые с 8 до 8 по пояс в канализации, с этими запахами, а с другой стороны в канализации, а с другой стороны не позволит начальству честных коммунальщиков наживаться за счет простых граждан и жирнеть на глазах. Ибо они по закону платят четко фиксированную зарплату коммунальщиков, и если вы будете оплачивать лишь половину квитанции, то как бы процент денег себе в карман у руководителей коммунальных служб, этот процент резко будет снижаться. Я в этом уверен. Ну и еще, конечно, надо платить за ЖКХ половину квитанции только для того, чтобы вас не отключили от света, воды и газа. Но чтоб вы своим рублем не поддерживали вороватых управленцев. То есть, еще раз, платите только половину квитанции за ЖКХ. Конечно, на бедность россиян еще влияет не только рост тарифов на ЖКХ, но еще и жадность банкиров. Кредиты под такой смехотворный процент в России выдаются, как 11, а то и 15% годовых. В то время как на Западе кредит на дом, машину, на бизнес составляет 3-2% годовых. Еще раз, 3-2%. В то время как у нас 10, 11, 12, 15. То есть 8% от вашего кредита, который вы оплатите за его обслуживание, 8% от вашего кредита,
идет не на развитие сервисов, банков, не на рост экономики в России, а идет в карман наглым, вороватым, жадным банкирам. Хорошо устроились. Особенно Центробанк России. Ну, его еще называют Банк России. У нее шеф, человек, у которого говорящая фамилия. Наебулина. Наебулина граждан. Она за такие вот схемы и получила такое вот прозвище. Наебулина в двойном размере. Даже не в двойном, а 11%. То есть, ну там 11 минус 3, 8 получается, да? И вроде, ну, 3% откуда взялось? Это кредит в западах, на западе, а 11% у нас. Вычитаем одно из другого, получаем 8%. И вот 8% идет как раз таки таким наебулиным. Наебулиным. И вроде бы казалось, все так плохо, что дальше некуда. Вопреки словам Медведева, в российской экономике. Но в Росстате не дураки сидят. Да, преступники, да, сволочи, но не дураки. Они положат на стол Медведева, а тот положит на стол Путина, да, клад с другими данными, из которых следует, что тех людей, которым не хватает на еду, сократилось в России с 0,8% на 0,7%. Нормально себе достижение. То есть, думаете, доля бедных сократилась, которым даже на еду не хватает, сократилась даже не на 1%, а на 0,5% за 5 лет премьерства Медведева. Это просто в никуда. Считай это человека. Так. Прекрасно понимаю, почему число тех, кому не хватает на еду, даже на еду в России упало на 0,5%. Потому что они сдохли от голода. Это же элементарно. Но Росстат об этом в своих отчетах Медведеву и Путину умолчит. А про 50%, которые могут позволить только еду и одежду, наоборот, скажет в положительном ключе, потому что, ну, вы знаете, да, 50% населения могут себе позволить только на еду и на одежду. Но они же не это самое. Они же не голодают. Вот так вот данные чиновники переворачивают с ног на голову, манипулируя ими. А результат какой? Результат такой, что у половины россиян хватает денег лишь на еду и на одежду. Здорово. Дальше будет еще лучше, конечно. Безусловно. Якобы. А пропаганда киселевская не остановится. Не остановится. Вот он, главный фюрер нашей страны. Путин объявил смелыми экономическими заявлениями. На этой неделе отметился не только Медведев, а и его босс Путин, который объявил о списании долгов странам Африки на сумму 20 миллиардов долларов. Давайте-ка послушаем его прямую речь на сайте РБК. Содействие развитию России на системной основе оказывает содействие развитию африканского континента. Мы предоставляем торговые преференции, сотрудничаем в рамках международных структур, например, по линии Всемирной продовольственной программы, Международной организации гражданской обороны, Всемирной организации здравоохранения. Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов. С рядом государств запущены совместные программы, предполагающие... Спасибо. С рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста. Да это уже было. Это уже было в СССР. И привело это к перестройке, к катастрофе, как еще называют. Это привело к пустым полкам в магазинах. И затем к развалу СССР. Путлера опыт совка ничему не учат. Да, понятно, что страны Африки не могут вернуть долг России в размере 20 миллиардов долларов ввиду гораздо худшего экономического положения. Но ведь можно было и алмазами взять, инвестициями каких-никаких африканских бизнесменов в саму российскую экономику. А здесь просто так. Долой 20 миллиардов долларов, на которой можно было излечить от редкостных болезней 20 тысяч человек, граждан России, которые эти деньги можно было вложить в российскую экономику, а они просто списываются жителям Африки. Нормально вообще? Российское государство помогает каким-то пупуасам, а своим гражданам она не помогает. Владимир, ты совсем ауел. Там в Кремле мы прощаем странам Африки 20 миллиардов долларов. 20 миллиардов долларов мы прощаем странам Африки. Россия на системной основе. Хватит тут говорить. А тем временем в самой России из-за отсутствия рынка труда в регионах население бежит за работой в большие города, лишь бы выжить. И это связано с разрушительными действиями государственной власти, самого Путина, внутри России, в ходе которых этих действий давно трудятся не русские, а выходцы из стран Средней Азии в России. Защемляют в ходе таких действий, как списание 20 миллиардов долларов, защемляет коренное население самой России. Но это 20 миллиардов долларов прощают Африке. Такими темпами Африка будет лучше жить, чем Россия. В итоге, что получается, вопреки фразе Медведева, деньги есть, раз уж можем простить 20 миллиардов долларов Африке. И на пенсии деньги были, чтобы люди выходили пораньше, не было повышения пенсионного возраста. Но Путин решил их списать странам Африки. Ну, те еще суки и мрази, конечно, власти России. И верховный гнида. У меня других слов просто нет. А какие тут еще могут быть слова, когда списывают Африке триллионы рублей вместо списания кредита самим россиянам? Народ возмущен и, надеюсь, будет протест и прогулка с фейерами до Кремля из-за такого фортеля Путина. Каждый день любой россиянин просыпается с мыслью, где взять деньги. А Вова Царь прощает папуасам триллионы рублей. Владимир Владимирович, ну вы редкостная сволочь. Пора вас немножечко свергать за такие вот решения. Списание бюджетных средств в пользу Африки. 50% россиян работают только за еду и одежду. А эта гибистская олигархическая мразь, которую сейчас вы видите на своих экранах, прощает Африке 20 миллиардов долларов.
Это 1 триллион рублей! А тем временем в самой нашей стране нищета и голод. Голод и нищета. Деньги. Дети не доедают в школах. А триллионы уходят в Африку. Я пытаюсь хоть как-то выбирать выражения. В интернетах, что называется, уже у меня лично глаза покраснели от обилия мата в адрес президента России, от граждан. Да после такой новости в России не просто должен быть Майдан, а должен быть реализован сценарий Чаушеску. Но люди постарше знают, о чем я. Это когда не просто революция, как бы. Не просто расстреляли царя после революции. Как в 1917 году Николая II расстреляли в 1918 году. Или в 19-м. Ну, в общем, после революции. А прям сразу надо расстрелять Владимира Владимировича Путина за такие вот решения. Если смертная казнь нужна в России, то только для таких мразей, как Путин с Медведевым. Ну и к чему это все приводит? Списание долгов, нищета россиян, бедственное положение россиян, падение доходов. А вот к чему это привело. Все больше россиян хотят жить как на Украине. Да-да, вопреки пропаганде, вопреки Дмитрию Киселеву, путинистам и путиноидам всех мастей. Россияне хотят жить, как на Украине. У нас все новости на новости. Экономика, политика, война. Но мало именно аналитики. И вот канал «Мысли гражданина» в Яндекс.Дзен предлагает сугубо аналитическую, а не новостную статью с названием «Хотим, как на Украине». Вот о чем пишет он. Вопреки госпропаганде федеральных СМИ и заявлением, что российская власть делает все правильно, в регионах наблюдаются протесты за отмену мусорной реформы, за честные выборы, за допуск всех кандидатов от оппозиции до региональных парламентов. Ну и до федерального парламента, естественно, тоже. В каждом российском регионе есть свои проблемы. Колоссальный разрыв в доходе богатых и бедных, растущая нищета, инфраструктурные проблемы. У меня, например, в Самаре не могут справиться с дырявыми трубами канализации города. Безработица – это лишь вершина айсберга, пишет автор канала. Это лишь вершина айсберга проблему России. Мы, цитата России, идем к пропасти семимильными шагами. Ну что значит к пропасти? К распаду страны третьему по счету, да? Потому что сначала Киевская Русь распалась, потом Российская империя, потом Советский Союз. И ждем, когда распадется Эрефия. Так, дальше он пишет. В СМИ должным образом не освещают проблемы нашего государства, России. И это приводит к единственному для власти пути. Пути толкания страны на свалку истории. Ну что ж, надеюсь, такие как я, такие как автор канала «Мысли вслух», все-таки мы стараемся рассказать не всегда, но часто именно о сугубо внутрироссийских проблемах, как сегодня. Путин толкает страну на свалку истории. Нам постоянно показывают плохую жизнь в других странах, в частности в Украине, а не в самой России. Однако долго обманывать народ нельзя. Все тайное становится явным. Об этом еще писал Драгунский в Денискиных рассказах. Люди видят большую разницу между тем,
что показывает зомбоящики, и тем, что есть на самом деле в этих самых странах, где показывается жизнь хуже, чем в России якобы. Это здесь, наоборот, самой России не то, что жить фигово, а приходится выживать. Поэтому все чаще и чаще в самой России на вопрос власти, а хотите ли вы, как на Украине, на люди раздраженно отвечают: да хотим, как на Украине. Царь, государь, батюшка. В комментариях под прямыми линиями люди пишут, что хотим, как на Украине. На Украине свобода слова, свобода мысли, свобода помыслов. А Россия как была, так и есть тюрьма, в первую очередь. Тюрьма для понятия ум, честь, справедливость, совесть. Поэтому там, в кавычках, у жидобандеровцев настоящая подлинная демократия, в отличие от нашей страны, где постоянно Единая Россия не просто мухлюет на выборах, но и изменяет правила самих этих выборов. Да вот недавно пришла новость, сам видел в РБК, что единороссы сократили количество одномандатных округов в регионах на следующие выборы в парламент, которые будут в 2022 году. Да, в 2022 году. Чтобы оставаться у власти. Каждому россиянину очень противно смотреть на это и на то, как вывешивают тонны словесных помоев на некогда братскую соседнюю страну, где сейчас идет война, где ихний президент, в отличие от нашего, отменил депутатскую неприкосновенность. Наш русский президент, царь Владимир Владимирович в своей стране этого никогда не сделает. И благодаря этому недовольство граждан России нарастает. Они недовольны не тем, что Россия не Украина, а тем, что даже истинные патриоты своей родины, России, приходя в магазин, нет-нет, да и мутюкнут Путина с Медведевым, назвав его козлом. Так что, русские, берите желто-блакитные флаги, надевайте кастрюли на головы, снимайте триколор и идем стремительно укранизироваться вперед на Майдан Незалежности против зомбоящика Киселевщины, да, Соловьевщины. У вас помитинговать это возможность представиться, безусловно, на Дне России 4 ноября и, конечно, на 7 ноября, который власть сейчас официально не празднует, но который очень многие люди не просто празднуют, а хотят, чтобы было как в 17-м или как на Украине в 14-м. Но это еще не конец программы. Я был в горах и подготовил для вас небольшой видеоролик о красотах гор России. Не буду говорить, где я был. Гора небольшая, всего-то 200 метров, но для меня во как хватило. Сейчас я найду этот ролик, и вы на него посмотрите. Вот так. Так, это идет у нас программа. Где же тот ролик? А, это в изображениях у меня. Гора Тяп-Тяу. Так, вот. Вот он. Ну что ж, с вами я прощаюсь.
увидимся, наверное, на следующей неделе. А может быть и нет. А вы, когда я с вами простился уже, посмотрите этот великолепный ролик про красоты России. В Украине тоже есть на что посмотреть, но в данном, но данный ролик именно про одну из гор России. Небольшую, но тем не менее. Бойцов.
Ну что ж, настало время прощаться. Надеюсь, было интересно. Спасибо за внимание. Пока. Пока-пока.